Добрый день всем! Сегодня я хочу пересадить свою эустому. Ей будет 3 месяца через 2 дня. Вот такая она у меня еще малютка. Я ее подкармливала, но все равно маленькая. Но для меня результат то, что она есть, живая и растет. И буду ее пересаживать в маленькие емкости для того, чтобы она сначала подросла. Вот у нее хорошая корневая система. Вот аж вылезает. Я посажу вместе с комом, чтобы она даже не почувствовала, что я ее пересаживаю. Землю предварительно я подготовила. Я обязательно досыплю землю. Вижу, она очень здоровая, крепкая. Будем ждать в дальнейшем. Посмотрим, когда она у меня зацветет. Наверное, переплелись. Нужно ее осторожно, чтобы она не почувствовала вообще, что она переезжает в другую квартирку. Да, тут осторожно переплелись. Друг за дружку не хотят. Корневая система очень даже хорошая. Наверное, я переставлю. Вот такие малютки будут расти в дальнейшем. Тоже хорошая земля. Не жалко ее выбрасывать. Осталась еще одна штучка. Делаем углубление. Вместе с комом. Даже очень хорошая корневая система. Я даже не ожидала, что они вырастут у меня. Все говорят, что она трудно растет, трудно приживается. Посмотрим, как она себя будет вести в этой квартирке. Обязательно поливаем. Еще тут остались корешки. Наверное, были слишком длинные уже. Они уже давно хотели, наверное, пересадку. Ждали. Вот моя эустомка. Обязательно польем, чтобы земля осела. Вот им 3 месяца будет. Будем ждать в дальнейшем их рост. Даже будем ждать цветения. Первый раз я выращиваю эти цветы. Они такие красивые. И подумала, у меня что, не получится их вырастить? Ну вот, получилось. Конечно, их долго нужно ждать. Но мы умеем ждать. Вот и все на сегодня. Мои растишки. Эустомка. Всем пока-пока. Экспериментируйте. Не бойтесь. Все возможное. Всем пока.